Друзья, вот так выглядит отдых после того, как я прошел, не знаю, метров 200 от машины до площадки в 24-килограммовом жилете. Блин, это очень сложно было. Сейчас мы будем... Сейчас я встану так. И сейчас мы будем испробовать методику Шреддера, так скажем, да? Он сказал, что когда вы подтягиваетесь в нижней фазе, если отдыхать там по 2-3 секунды, то можно подтянуться гораздо больше. Сейчас я первый подход сделаю чисто по своей методике, буду быстро бомбить, и посмотрим, потом через 5 часов приду и сделаю по его методике. То есть я восстановлюсь, один подход сейчас сделаю, через 5 часов приду и снова сделаю еще один подход. И посмотрим, сколько я сделаю. И уже тогда я вам объясню, почему его методика не работает. Погнали. В жилете-то сложнее. Ладно, 14. Короче, засчитаем. Чтобы вы понимали, с гири я делаю 18 повторений. С жилетом гораздо сложнее. Короче, через 5 часов увидимся, а для вас это через секунду. Пришел вот спустя 4 часа. Сейчас попробуем по методике Шреддера. Я специально вытащил все из карманов. Первый раз я делал там с карманами и телефон, и ключи, и кошелек, и все было. Ну, в принципе, там, наверное, полкилограмма еще. Теперь оно тут. Да, там теперь все лежит. И сейчас вообще. Я даже кроссовки сниму, чтобы прям еще легче было, чтобы Шреддер как бы понял, что его методика не работает. Отдыхаем где-то внизу, ну там секунды две, да? Зафиксируешь, расслаблюсь, посмотрим. Шесть уже тяжело. А, 9! Еле-еле. Не, 9. Ну, то есть... то есть, представьте, я сделал 14 своей методикой, да, быстро, а тут 9. То есть, это писец вообще. Друзья, почему так происходит вообще? Мы должны сказать, что Шреддер имеет, наверное, 98 килограмм идеально сухой мышечной массы. Он суше меня, блин. То есть, вы понимаете, да? Не, конечно, у него ноги огромные, они тянут его вниз, но мы должны учесть, что у него огромный мышечный верх, огромные руки, огромная спина, и для него вес 24 килограмма, допустим, будет, как для меня, примерно 10. Поэтому он хорошо, в принципе, и тянет. Если Шреддер сделает как бы даже без остановок, как я делал первый подход, он сделает гораздо больше, наверное, на 4-5 повторений больше, 100%. Объясняю, почему. Заткнитесь, извините. Короче, объясняю почему. Потому что, когда вы подтягиваетесь медленно, да, внизу опускаетесь, висите, блин, у вас забиваются предплечья. Предплечья играют огромнейшую роль в подтягиваниях. То есть, если у вас предплечья забились, вы никуда больше не подтянетесь. Вам будет хотеться просто отпустить руки и спрыгнуть, если у вас предплечья забились. А Шреддер со своей методикой именно это и говорит, типа... Давайте, забейте свои предплечья и отпустите руки. Блин, это логично, что когда вы висите, как на соревнованиях, допустим, да? Это идеальная техника, тебя заставляют там подтягиваться, вверху фиксироваться, внизу фиксироваться, прям, чтобы ты там не раскачивался, чтобы тазом не шевелить, чтобы руки не шевелились. Вот, и это очень сложно. Почему на соревнованиях подтягиваются там на 8 повторений меньше, чем они могут в жизни? Потому что они делают медленно, у них забиваются предплечья, и уже никакие подтягивания не идут. А вот если делать быстро, то есть энергично, быстро, без остановок, забивчивость мышц будет происходить не так быстро. И вы сделаете 100% больше. Поэтому Шреддер, я не знаю, ты можешь, конечно, попробовать так же, как я сделал. То есть сначала быстро, да, то есть ничего, без подстав всяких. Попробуй реально быстро на максимум сделать. И потом второй подход медленно, как ты вот показывал в своем видео. То есть, блин, я уверен, результат просто будет колоссальный, там, в 4-5 повторений, когда ты быстро сделаешь. Прямое включение снова, короче, сейчас сделал вот второй подход после первого этого и сделал 12 повторений со своей техникой быстрой. То есть, блин, сами думайте. Вы скажете, конечно, не может быть, потому что ты не снял. Ну, сейчас я вот третий подход буду делать, отдохну, я сделаю больше 9 быстрой техникой, стопудово.
Видишь, ноги в любом случае вперед уходят, да? Замечаешь? Очень сложно держать, потому что как бы вес тебя назад клонит. Ну да, есть немного. Видишь, ноги вперед все равно идут вообще люто. Это из-за того, что еще надо... Не, потому что вот этот вес, когда ты подтягиваешься, он спину назад тянет. И поэтому у тебя ноги как бы вперед уходят, это очевидно. Просто такая тема, когда у вас гиря внизу висит, то вес распределяется равномерно, да? То есть, как бы ноги не будут вперед уходить у вас, если вы подтягиваетесь. Хотя тоже, возможно, будут, да, но не так сильно. А когда с весом, вот именно с жилетом подтягиваетесь, большинство веса, потому что висит на спине. И когда вы подтягиваетесь, вас тупо назад тянет, а ноги гораздо легче жилета, и поэтому они вперед автоматом улетают. Вы просто контролировать их не можете. Хотя можно, но, блин, это сложно, писец. Ну что? Третий подход, сейчас докажу вам, что даже на третий подход я сделаю больше 9 подтягиваний, именно быстро. Девять. Десять. 11, 12. Ну, 12,5, короче, даже больше, чем во втором подходе сделал. Ну, естественно, у меня подтягивания не такие хорошие, как у Шреддера, потому что как-то непривычно с этим жилетом, как-то реально распределяется вес не очень. Меня во все стороны кидает. Ну, в принципе, вы поняли, да? Шреддер и методика не работает. А так, спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Не слушайте Шреддера в этом плане, потому что это реально не помогает. А так, увидимся в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Переходите на сайт archimorris.com, покупайте программу тренировок. Кстати, у меня там программы на подтягивания, которые реально работают. Пока.